Канун Пасхи, Страстная суббота, совпала в этом году с важным событием. В Краснодаре почтили память Лавра Корнилова и всех казаков, которые погибли в годы Гражданской войны. Напомню, Корнилов – военный разведчик, дипломат, путешественник, исследователь. Участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, был военным агентом в Китае. При Временном правительстве в 1917 году был верховным главнокомандующим русской армии. Когда грянула революция, стал одним из лидеров белого движения на юге страны. 99 лет назад он выдвинулся на Кубань в ледяной поход, чтобы помочь местным казакам, но погиб во время штурма Екатеринодара. До сих пор сохранился дом, в котором был смертельно ранен главнокомандующий. Рядом с этим домом воздвигли мемориальный комплекс. В минувшие выходные там прошли традиционные корниловские поминовения. Почтить память жертв гражданской войны пришли 2000 человек. Это казаки из разных регионов, кадеты, ученики казачьих классов, представители краевой и городской власти. Было много смертей и много трагедий. Но наша задача на сегодняшний день – сохранить ту историю, которая была у нас в стране, в которой мы жили, и, безусловно, не допустить больше таких трагедий ни на Кубанской земле, ни в России. Наши деды передали нам этот скорбный опыт, чтобы мы никогда не повторяли его в своей жизни. Мы уверены в том, что, объединив усилия, мы сделаем все, чтобы наши же люди жили в мире и согласии. К памятнику Корнилову возложили венки и цветы, прогремели залпы оружейного салюта. В завершении мероприятия казачьи корпуса прошли мимо монумента торжественным маршем.